Правила игры в чешские шашки. Чешские шашки – один из вариантов игры в шашки, популярный в Чехии и Словакии. Цель игры – уничтожить все шашки противника или лишить их возможности хода запереть. На экране вы видите начальную позицию для игры в чешские шашки. Игра проводится на доске 8 на 8 клеток. Доска располагается между партнерами таким образом, чтобы слева от играющего находилось темное угловое поле. В начальной позиции у каждого игрока по 12 шашек, расположенных в первых трех рядах на черных клетках. Первый ход делают белые шашки. Простые шашки могут ходить по диагонали на одно поле вперед и бить только вперед. Назад простые шашки бить не могут. Рассмотрим пример. В этой позиции вы можете побить только вперед, так как назад простая шашка бить не может. При достижении последнего восьмого от себя горизонтального ряда простая шашка превращается в дамку. Дамка ходит на любое количество клеток вперед и назад. Рассмотрим пример. Взятие шашки соперника является обязательным. При нескольких вариантах взятия игрок выбирает вариант взятия по своему усмотрению. И в выбранном варианте необходимо бить все доступные для взятия шашки. Рассмотрим пример. В этой позиции у вас есть два варианта взятия. Первый и второй. Дамка бьет по диагонали как вперед, так и назад и становится на любое свободное поле после побитой шашки. Рассмотрим пример. В этой позиции у вас есть два варианта взятия. Первый и второй. Если простая шашка достигла последнего ряда во время взятия, то она превращается в дамку и останавливается, даже при возможности продолжить взятие. Рассмотрим пример. При возможности взятия и простой шашкой, и дамкой, бить обязательно дамкой. Рассмотрим пример. В этой позиции у вас есть только один вариант взятия. Спасибо за внимание. Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео.